Ну что, мои дорогие, как я храню дрожжи? Дрожжи я делю на 6 частей, получается по 1,5 сантиметра. Потом беру, и это приблизительно, потом отрезаю, вот так вот делю. Каждая выходит, давайте посмотрим, сколько. И я заметила, где 17, где 16, где 18, и это нормально. У меня есть вот такие кулечки с зип-замком. И мы сейчас сюда аккуратненько складываем. Так, мои дорогие, ну и получилось у меня в среднем 19 грамм, 19, 18, 18, 16, 18, 18, 17. Вот в среднем. И вот в таких пакетиках я кладу в один большой, их сюда закидываю, это порционно. И когда мне надо, достаю на тесто. Но они вроде бы не пропадают. Но вот эти вот, они у меня до 24 марта годны. На всякий случай я напишу. Ой, нет, до 15 марта вот написано. Я напишу сейчас здесь, до какого месяца годно. А так они будут лежать и порционно. Очень удобно пользоваться. Вот до какого месяца и кладем в морозилку. И все, и достаем, когда вам надо.